Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 10 ноября. По народному месяца слову Параскева пятница, бабья заступница, Просковье льняницы. В этот день христиане чтили память святой Параскевы, что в переводе с греческого означает «пятница». Жила она в Иконии в III веке. Параскева всегда входила в число наиболее почитаемых на Руси святых. В народе считают, что святая Параскева до сих пор ходит по земле, примечая, кто как живет и соблюдает ли обычаи стариной завещанные. Иных по делам их наказывает, других милует, третьих награждает. С пятницей всегда был связан ряд обрядов и обычаев, нарушить которые люди благочестивые ни за что бы не решились. Так, например, в пятый день недели нельзя было без причины смеяться, чтобы в старости много не плакать. Кроме того, в пятницу строго-настрого запрещалось прясть, шить. Зато на Параскеву устраивались льняные смотрины, на которых женщины показывали друг другу вытрепанный лен, первак, хвастаясь своим рукоделием. Отсюда и название этого дня – Параскева льняница. Но только хвастаясь, и не более того, ведь святая заступница строго следила за тем, чтобы в пятницу женщины не прикасались к работе, связанной с пряжей, тканью, иглами и нитками, примерно наказывая ослушниц. Но несмотря на столь суровый нрав бабьей святой, именно к ней обращались свои молитвы русские женщины и в самые счастливые, и в самые отчаянные минуты своей жизни. Девушки просили пятницу позадействовать в скорейшем замужестве. «Матушка Параскева, пошли жениха поскорее! С мужем нежа, без мужа худо, а вдовой и сиротой хоть волком вой!» А женщины надеялись на покровительство святой при бесплодии, во время болезни ребенка, благополучии семьи и в домашних делах. Святой Параскеве, покровительнице земного счастья, молились и о неспослании удачи во всех земледельческих работах. Поэтому в день ее памяти принято было приносить в храм для освящения плоды земные, которые потом, как святыню, берегли до урожая Нового года. А во многих российских губерниях существовал когда-то такой обычай. Перед жатвой одна из самых старших и уважаемых деревенских хозяек отправлялась ночью в поле и сжинала там первый в году сноп. Затем ставила его на землю и трижды обращалась со словами молитвы к святой Параскеве, прося матушку Пятницу о начале и окончании тяжелых уборочных работ без скорби и болезней, без черного глаза. Потом, поклоняясь на все четыре стороны, забирала заветный снопик и, крадучись, возвращалась в деревню, избегая случайных встреч, которые в этом случае расценивались как недобрый знак. В этот же день приводили матери к родникам своих больных детей, умывали их, и немочи детские, как правило, сходили. В народных обычаях этого дня можно найти прямое пересечение образа Параскевы с древнейшей славянской богиней Макошью. Макош – богиня судьбы, плодородия и семейного очага, семейного счастья. В ее руках сосредоточены нити жизни всех живых существ, в том числе и богов. Она – великая небесная богиня-покровительница произрастания и плодородия, дарующая трудолюбивым и прилежным людям хороший урожай. Макош – покровительница ткачества и всевозможного рукоделия. Ее иногда называли «великой ткачихой», держащей в руках полотно мира, на котором из нити жизни она сплетает замысловатые узоры. У Макоши есть две помощницы – это богиня Доля и Недоля. Когда великая богиня придет очередной пласт мироздания, Доля и Недоля поочередно касаются разных нитей, определяя таким образом судьбы людей или отдельные этапы их жизни. В этот день примечали. На деревьях еще остались листья. Зима опоздает.
в этом году лишь заглянет, а придет только в январе. Братья-месяцы.